сказал я тебе. На эти звезды посмотри, для нас двоих горят они. Все не во сне, а наяву, я верю в судьбу. Все не во сне, а наяву, я верю в судьбу. Во сне, а наяву я верю в судьбу. Вечер в эфире Новоуральской вещательной компании программа «Грани». И сегодня у нас в гостях музыкальная группа «Кефир». Только что вы услышали новую песню, которую не слышал еще никто. Ее даже еще не играли на концертах. Так что вот такой у нас сегодня эксклюзив. Ну и давайте познакомимся. Лада Ладыгина, солистка группы. Евгений Кузнецов, лидер группы, солист, бас-гитарист. Александр Ярин, барабанщик. И Дмитрий Устюгов, соло-гитара. Ну что, ребята, конечно же, всех волнует вопрос, почему все-таки «Кефир»? Вы знаете, это «Кефир», потому что мы решили так. Это емкое название, которое легко запомнить, и почему-то все запоминают. Может, кто-то считает его нелепым. Но, возможно, мы придумаем что-нибудь другое. Но это если приоткрывать завесу тайны на будущее. Хорошо. Жень, помнишь тот момент, когда тебе вот щелкнуло создать группу? Как это было? Ну, я слушал разную музыку, и мне что-то почему-то захотелось тоже ее играть, и как-то так и началось. Но вот таким составом, как бы уже более-менее играющим и с какими-то навыками, мы вот начали где-то с 17-го года. А до этого я еще так вот прям совсем там пионером, еле как там, азы изучал, вот. Так, и сейчас, по сей день, что у вас есть в репертуаре? У нас на данный момент в репертуаре около 20 песен, есть парочка клипов в интернете, но они, правда, старые, и мы собираемся снимать новый, и желание работать в дальнейшем, даже летом. Thank you.
придет и счастье тебе принесет. Очень страшный и седой. Что ж теперь, моя родная, будешь ты моей женой? Спасибо тебе, интернет, тебя я люблю. Придет счастье, нет, тебя воспою и сердце свое подарю. Спасибо тебе, интернет, тебя я люблю. Придет счастье, сердце свое подарю. И совсем недавно вы выпустили альбом. Совсем недавно мы выпустили мини-альбом, называется «Алло, Алина», посвященный прекрасной половине человечества, то есть девушкам, женщинам. Он сейчас есть в сети, и мы наконец-то его закончили, и сейчас, наверное, свободны для того, чтобы работать над новым. Так, солистка у вас Лада, альбом у вас «Алло, Алина». Кому все-таки посвящается название альбома? Название альбома у нас вышло из того, что в этом альбоме присутствуют две песни, одна под названием «Алена», другая «Алина». Мы сами порядком их путаем, но они как бы у нас есть. А Лада красиво смотрится с нами на обложке. Так, то есть изначально состав группы был совсем другой. Кто в группе-то уже давненько? Я. Забыли. Ну вот если говорить на самом деле о составе, он менялся неоднократно. И бывали моменты, когда он менялся кардинально, но из таких основателей группы мы, вот, Евгений Александрович и я, вот. И получается, вот. Лада с Сашей совсем недавно подключились к вам. У нас плавающий состав постоянно, кто только не подключался и не будет подключаться. Мы вообще планируем следующего сезона, да, я не вру, вообще, как бы, с новыми силами, возможно, с обновленным составом и с обновленным названием уже упасть в работу. Замечательно. Ну, последнее, я так понимаю, пришел Саша. Когда это было? Произошло все вообще неожиданно. Парни просто попросили меня с концертом им помочь. Вот у них там сложилось, там они без музыканта остались, и я, скажем так, не то чтобы свободный, рядом был, под рукой. Они попросили, мы с ними подготовили там 10 или сколько песен про концертную программу, и произошло то, что произошло везде в мире. Это коронавирус, инфекция и все. И концерт отменился, а как-то я с ними остался. Они не только учатся, и сами что-то дают, сами чему-то учат. Так что буду с ними играть, посмотрим, чем это все закончится, и все. Саш, ты в нескольких группах играешь, насколько я знаю, уже давненько. Вот чем «Кефир» как-то отличается? Может, эмоциональной какой-то окраской или как? Да вообще всем. Всем они по-своему колоритный, по-своему, то есть, я вообще как бы стараюсь играть в разных коллективах, это развивает, это полезно, там, группа «Чада» играю, там, такой рок, там, кавер-бенд «Фуз», то есть, кавер-музыку играем, это все развивается, проект «Snowblind Vision», то есть, там другое, а с
Кефиром интересно, у них своя подача музыки, у них другой уровень, то есть не в плане, что ниже или выше, а вообще другое. То есть, это, я вообще по жизни меломан, слушаю все, вот все, что попадется в интернете, по телевизору, и поэтому вот это одна из причин, по которых я сейчас с ними. Ну и просто люди, парни веселые, девчонки веселые, люди, с ними весело время проводить, вот и все. Отлично. Так, Алада, ты до того, как пришла в группу, что ты вообще знала или что-то о Кефире, была ли фанаткой, может быть? Ну, как просто друзей, как людей, группу Кефир я знаю с 17 года. То есть я, можно сказать, всегда была где-то рядом, вот, общалась с некоторыми, так сказать, людьми. И потом пришла в ДК-строитель Новоуральский, где познакомилась уже ближе с ребятами, и вот мы начали играть вместе, ну, примерно год назад. Вот так и осталась. Из репертуара что-то знала, там, может, отпевала? Нет? Да, я знаю все песни, ну, знала все песни, то есть на концерты там ходила, там, давайте, давайте. Ну, вообще, встретились все в ДК Новоуральске, там такое место, где все получается и как бы объединяющие организации. Музыкальных, творческих. Да, и в общем, ну, если бы не ДК Новоуральске, мы бы, наверное, бы, ну, может, собрались, но не так быстро. Да, вот. Собрались бы. У нас вообще наш город, это такая концентрация вообще творческих людей на самом деле. И в других городах как бы... Ну, сейчас поменьше стало, конечно. А раньше наш город был довольно популярен в этом плане. То есть музыканты с нашего города, приезжающие на какие-то либо фестивали, какие-то концерты, всегда запоминались чем-либо. Всегда. Расскажите сами, где были? То есть уже мир-то потихоньку покорять начинаете. Куда ездили на концерт? Вообще мы начали сначала с Новоуральска потихоньку на местных площадках. Добирались до Екатеринбурга. Вот. Зимой ездили в Красноярск, ну там тоже где-то полгода назад. Мы ездили на концерт в Красноярск, а именно, точнее, в город Зеленогорск. Это тоже закрытый атомный город. Вот. И там проходил фестиваль, который организовал Росатом. И фестиваль сам по себе являлся довольно-таки крупным. Мы там успешно заняли второе место, скажем так. Хотя там фактически не было как бы таких прям мест, там первое, второе, третье, как в спорте там, например. Нет. Там были номинации. Мы также получили номинацию на лучшую музыкальную группу и приз зрительских симпатий. Новый опыт, какие-то новые впечатления, как вообще? Конечно, да. Это поездка лично для меня, она очень много что как бы значила, потому что поехать за 2500 километров в закрытый город, чтобы там выступить, это просто, я считаю, невероятное что-то, какое-то событие. И это, безусловно, я думаю, оставил свой отпечаток у нас в памяти. У вас есть человек, который вас ведет, который вас направляет. Расскажите. Сога Евгений Витальевич – это руководитель в ДК. Он занимается как раз вот становлением молодежи на ноги, например, вот как группа «Кефир 44». То есть и я так получилось старше их, и мы с ним знакомы. Как бы очень давно, и на Советской у нас база была, и там он этим занимался. То есть молодые музыканты, приходя заниматься музыкой, всегда шли к нему. Евгений Сога наш наставник, руководитель, наш друг, которому мы очень благодарны за помощь, за общение с нами. Помимо нас, у Евгения Витальевича еще занимается молодая и очень перспективная команда. Вот, и очень приятно наблюдать за его работой, потому что каждый раз, когда он с ними занимается, это оставляет какой-то такой прям след ностальгии, что ли. А сами сейчас кого-то обучаете игре на инструментах, может быть? Периодически это кто-то кого-то все равно учит. Это, и ко мне обращаются, там, научи наиграть на барабанах. Все, там, к Дмитрию, к Евгению. То есть молодежь-то идет учиться, просят, научите. Ну, вот, например, бывает же так, то, что, да, вот подходят, говорят, научите там, не знаю, вот научи петь. И думают, о, так я через неделю запою. И как бы ты объясняешь человеку, это очень трудно, это вот надо трудиться вообще, да, ходить на репетиции, там все дела. Вот, и потом, ну ладно. Вот, а Евгений Витальевич, да, он дает вот эту вот самую важную мотивацию, мотивирует людей на работу. Евгений Витальевич больше не учитель.
потому что, скажу сейчас его фразу, я никогда никого не учу. Учиться вы должны сами. Он лишь может нас направить именно в нужное русло, подсказать что-то. Но очень важно, чтобы молодые ребята, которые приходят к нему заниматься, осознавали, что это в первую очередь их как бы желательность. Да, да. И что они сами должны просто заниматься и все. Вот, а еще есть хорошая фраза, она звучит так: блаженен тот, кто окружен наставником. Поэтому Евгений Тарьевич отличный наставник. Вот. Но все-таки работать именно в плане обучаться нужно самостоятельно. Насколько я знаю, музыка не дает вам просто так от нее уйти. А вас держит как минимум колледж, да? Мы учимся с Женей вдвоем в Свердловском колледже искусства и культуры. Поступить туда очень был такой довольно серьезный шаг, потому что это, я считаю, все-таки выбор конкретно профессии и дальнейших планов на жизнь. Потому что, как бы, абы как выбрать какую-то специальность мы, естественно, не хотели, а хотели заниматься музыкой, поэтому, собственно, колледж искусства и культуры, мы считаем, что это лучший был вариант. Ну, благодаря этому колледжу мы можем стать одновременно как и педагогами, так и музыкантами, исполнителями, то есть, ну, в общем, мы идем прямо по специальности, то есть, как бы, ну, группа это у нас, это как бы свое для души, там, для дела. Так, ладно, насколько я знаю, музыка захватывает полностью здесь, а учеба, она немножко другая. Я учусь на управленца, я учусь в Уральском институте управления РАНХИКС, но при этом я очень люблю музыку, я люблю ей заниматься, очень люблю играть вот с группой. То есть такую вот живую музыку, да. Вот я приезжаю на репетицию, мне очень нравится. Я такое ощущение, все проблемы вот назад убираю. И вот у меня здесь вот песня вот играет, и ты такой думаешь, да, вот настроение, все хорошо стало. Вот. Так что, а насчет городов, да, репетиции проходят здесь, в Новоуральске. Вот, учимся мы в Екатеринбурге. Но мы справляемся, так сказать, с этими переездами, с проблемками. Вот, и продолжаем заниматься. Хорошо, есть ли какая-то глобальная музыкальная мечта? Конечно же, есть глобальная мечта. Есть мечта выступать на больших площадках, заниматься этим профессионально, получить более, ну, более обширную известность. Но все равно музыка идет от как бы от души, от сердца, и дарим ее остальным. И если все остальные это признают и кому-то понравится, то это круто. В целом, песни Кефира со временем стало появляться больше лирики, и это заметно. Ну вот мне, например, больше нравится вот как раз-таки лирика, вот такие песни мелодичные. Вот, не знаю, они мне больше ложатся на душу, они, так сказать, ну куда-то вот сюда проникают и в душе остаются. Вот. Но при этом нравятся и наши такие, сказать, боевые песни, да, под которые можно просто так поплясать, там, не знаю, попеть тоже, да, там, рок, все дела. Но лирика мне больше по душе, да. Все тексты у вас пишет Женя, правильно? Музыку? Тексты, да, я музыку, ну, примерно там скелет песни, может быть, а остальное мы как бы сами уже лепим. Нравится, когда группа пишет музыку вся. То есть кто-то принес скелет, кто-то текст принес, но окончательно материал пишется все вместе. Допустим, Дмитрий предложил, давайте вот здесь наиграем. Все со стороны послушали, Женя немножко другую взял идею, изменил, уже лучше стало. То есть вклад должен приносить совместно. Каждый совместно. Есть ли какая-то песня, которая прямо полностью отражает тебя, прямо вот 100% про тебя? Все, наверное, по чуть-чуть, может быть. А может, я просто притворяюсь, я сам еще не понял. Вот давайте встретимся лет так через 10 в Олимпийском, запишем программу, и я вам смогу точно ответить. Вот у нас приближается День молодежи. Давайте поздравим. День молодежи в нашем городе является таким одним из ярких праздников. Весь город выходит, да, на одно мероприятие и просто свое настроение там всем вот, да, показывают и, не знаю, развлекаются, что-то играют, там на концерты ходят. И это очень интересно. В общем, для вот этого настроения счастья всем, любви, радости, чтобы это настроение было и в этом году, чтобы все у всех все было хорошо и у нашей группы тоже. Чувствуйте себя молодым, душой, отдыхайте, веселитесь, вот и все.
Никогда не унывайте, улыбайтесь всегда. Это продлевает жизнь. Доказано. В первую очередь, наверное, здоровье все-таки, потому что оно нам сейчас всем нужно. Не унывайте, все пройдет, и в следующем году мы точно все вместе уже повеселимся уже на большой сцене и с большим количеством народа. У нас есть песня, называется «Интернет». Она посвящена, да, молодежи. И мне бы хотелось пожелать, чтобы люди больше общались непосредственно вживую и меньше общались в интернете. Вы большие молодцы, продолжайте дарить вот эту радость, вот эту энергию людям. И давайте сейчас напоследок еще какую-нибудь песенку. Спасибо вам, спасибо всем, кто нас смотрел. В этом мире большом.